Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 20 по 25 октября. Ну что, поехали! За первое испытание можно заработать 3 призовых игры и 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, необходимо завершить 5 гонок 1 на 1. Подойдет любая машина. За второе испытание можно получить 120 тысяч кредитов. Для этого необходимо заработать 3 звезды за полицейский радар на автомобиле марки Porsche. За третье испытание можно заработать 85 тысяч опыта. Для этого необходимо продемонстрировать технику выпендрёж 5 раз на автомобиле марки Porsche. Чтобы ее выполнить, необходимо совершить скоростной обгон в дрифте. Это испытание проще всего выполнить в гонке с новичками. Ну и последнее испытание – это создать список дел на автомобиле марки Porsche. Достаточно создать любой список дел и пройти его. Ну а приз за данное испытание – автомобиль Porsche 959. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео, и поддержи лайком. И удачи с выполнением заданий.